Ну что, погнали, перелезать. Так, как нам перелезать-то? Вот лес так хорошо все перекрыл, что даже самому большому обожателю этого леса пройти тяжело. Ой. В общем, идем мы на глухое озеро. Вот тут, видите, вот там как раз-таки... Сейчас мы подойдем к месту, где поубивало людей. 8 человек там стояло. Но я думаю, что в больнице это число увеличилось. И этот ураган, он на федеральном уровне, так сказать, прозвучал. При том, что Республику Мариэлта редко упоминают, а Ялчик вообще. И тут я встаю утром в Подмосковье, открывая в Яндексе, в новостях. Да, здесь можно произносить любые слова. И вот этот песочек, по нему нужно ходить босыми ногами. Это тот самый песочек соснового леса, про который я говорю в своих рассказах. Вот я сейчас по нему иду. Вот так, друзья мои. Впереди глухое, до него. Ну, тут в целом вся дорога час занимает. Туда час обратно, потому что... Как-то мне казалось, что типа... 3 часа идти туда, 3 обратно. Нет. Вся прогулка вместе с купанием на глухом занимает 3 часа. Ну и... Как я уже говорил, этот путь, он есть путь отдыха. Он есть путь отдыха. То есть, пока я какой-то год, когда мы здесь отдыхали, я ежедневно проделывал этот путь. По крайней мере, старался. И здесь чем жарче, тем лучше. Потому что лучше становится воздух. Сосны выделяют смолу.